Здравствуйте, дорогие товарищи. Сегодня 9 октября 2024 года. Вот едем по делам. Кое-каким по делам ездили. Марион, машинка раз уезжает. Сейчас уедет. Красный. Вот сейчас. Едем по делам. В одно место заезжали, сейчас едем дальше. Поселок Растяпино, Нижегородская область. Так. А справа нет? Справа. Нету. Нету? Нету, а. Нет своей, нету. Так. Ну, к перекрестку. Перекрестку. Проспект Толковского называется у нас. Снимай окружающий, все в одну точку. Вот, снимай. Светофор, все. Прохладновато стало. 100 градусов примерно, градусов 14, да? Включает, блядь. Вот какие-то товарищи. Такси, блядь. Зрители. Такси. Поворот не включает, куда не едет. Поворот направо делает так. Маневрирует, не показывает. Вот такие водители есть везде, в России, наверное. Вот смотри, магазины, все прочее. Слева поликлиника номер 2. Электроника, магазин с правой стороны. Вот. Пасмурная погода. Прям проедем, да? Да. Церковь снимать, церковь снимем. Церковь Святого Воскресения, храм новый, да. Граждане захвати, старый захвати, правее бери. Что зеленый. Снимай. Храм бери, чтобы попал. Вот сейчас будешь стоять. Мешай. Отсюда видно. Мы построили памятник у храма Христова Воскресения. Приблизь. Хрен уж. Фросиния. Памятник, как забыл название-то. Как там название? Я не знаю. Ничего. В общем, муж с женой они. Ну, Фросиния какой-то. Снимай. Поближе, приблизь. Фросиния какой-то там. Хоть святые деятели. Право делаем. Проспект Самола. Пешеход проходит. Уйдет. Смотри, Вейбери тоже захватывает. Тихонечко. Такие вот дела, товарищи. Ребята, октябряты. Магазин не уж здесь? Да нет, 40%. Вейбери тоже. Проспект Ленинского комсомола уже раньше снимал. Вот такие вот дела, товарищи, друзья. Перестраиваемся в левый ряд. Будем поворачивать налево. Потом вчера. Не мешай. Нет, видишь, как тихо едут здесь, а он для час. Причем тихо едут. Они тихо. Вот такие водители. Победители, победители. Перекрестка проехал, да? По закону, на перекрестке стал под красным, должен продолжать движение. Есть такое положение правил. То есть нарушение не считается. Вот такие, простите, улицы строителей.
справа скоро будет собор, 15-я школа, правее скоро будет. И сделали. Собор сними, где-то не видно вообще. Это детсад. Светофор. Пока выключи пока.